Привидновской районной клинической больнице прошло первое за 2 года богослужение. Служба состоялась в день покровителя храма великомученика и целителя святого Пантелеймона. Пауза была вызвана пандемией и переформатированием учреждения здравоохранения под ковидный госпиталь. Теперь храм снова открыт для пациентов и персонала больницы. Конечно, исцеление души и тела, они, конечно, должны совершаться вместе. Если будем лечить только тело без души, то тогда лечение не будет происходить столь успешно. Поэтому необходимо заботиться и о том, и всех ждем наших храмов. Но в связи с очередным повышением количества заболевших коронавирусной инфекцией, определенные меры предосторожности сохраняются. Мы будем протирать иконы специальным раствором, также будем проветривать помещение. Ну и, конечно, во время исповеди, когда священник близко контактирует с прихожанином, с пациентом, мы тоже также будем одевать маску. Среди сотрудников больницы много православных верующих. Они рады возможности вновь посещать храм. Мы работали, в одном кабинете сидели и сюда в этот храм все время ходили. Да. И причащаться, и к батюшке у нас тут был другой. Но вот сейчас мы рады, очень рады, что он опять открывается после долгих таких, так сказать, из-за этой пандемии, будь она неладна. Вот. И как мы очень рады и счастливы, что он опять открывается. Будем ходить на службы, стараться батюшку поддерживать и нашу веру православную.